Ну, в среднем сейчас где-то в районе 50 кремаций каждый день. Работаем мы на... Ну, мы максимально загружены сейчас. То есть мы работаем на пределе своих возможностей. Это так. Вот. Ну, мы справляемся. Запись ведется заблаговременно, примерно 6-7 дней наперед. То есть где-то людям надо ожидать. Ну, раньше мы записывали 2 дня, до 3 дней наперед в среднем. Ну, летом меньше смерть, ну, в теплое время года. Там день-два люди ждали. То есть на третий день, как всегда, люди как захоранивали, так и кремировали. Сейчас смертность, конечно, более высокая. И, наверное, связана с коронавирусом. От ковида сейчас больше, конечно, людей умирает, чем раньше. Сейчас такая серьезная волна, можно так сказать. Но большая часть захоронений ведется на западном кладбище. Это с другой стороны города. Вот. Там больше традиционных захоронений в гробах. И здесь кремируют больше. Здесь больше захоранивают по брони, ну, то есть, когда оставалось место в ограде. Не, время прощания у нас не сократилось. 20 минут, как выделялось на прощание, изначально всегда у нас было 20 минут на прощание, так и есть. Люди прощаются в траурном зале, либо на улице. Когда причина смерти COVID, да, мы их принимаем отдельно, мы их принимаем после всех уже, после 2:14, и они все прощаются на улице. Если вот 50 кремаций, да, то где-то человек 10 это будет причина смерти COVID. Остальные болезни также остались? Ну да, онко, сердечные, да. Основные причины смерти — это сердце и онко.